Хорошо, девушка, дальше. Пагина 82. Сначала обратите внимание на рекламу. Читаем то, что написано на рекламе. Va, Giuliana, начни. Da Roma Tarif. No, 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 no. Con le nuove offerte. Con le nuove offerte vuole ancora più? Più. Sicuri? Sì. Ed economica. Economici? Economici. Ciao. С новыми предложениями полеты еще более безопаснее экономичные. И дешевле. Bene. Вторую строчку, Линочка. Летали per tutta l'Europa tariffi individuali. Это уже третья строчка была. Va bene, хорошо. Va bene. Индивидуабели. Allora, invidiabili, invidiabili. Allora, all'Italia vi знаете, что это наша авиакомпания. Per tutta l'Europa это двусмысленное предложение. Это для всей Европы и по всей Европе. Одновременно так переводится. И какие тарифы? Завидные. Invidiabile значит завидный. Жених, например. Допустим. Муж. Так, а здесь полеты секурия. Более безопаснее и пишу. Безопасно это секурет? Безопасность. Allora, дело в том, что «сикуро» значит «безопаснее» и «увереннее». Поэтому «сикуреца» значит «безопасность» и «уверенность». Логика такая, когда я в безопасе, в безопасности, я чувствую себя уверенным. Угу. Bene. Тогда Марина будет считать, что находится в молнии вниз. Да, Рома. Си? Но в молнии, Из Рима. Рядом с самолетом. Это с чего я начала. Да, Рома. А, вот здесь вот? Да. Да, да, Рома, тарифы, специали, per tutte le città europee. Bene. Из Рима особенные тарифы, нет, не специальные, особенные тарифы для всех городов Европы. Си, то есть до всех городов Европы. Потому что partire per, вот что имеется в виду. Хорошо. И потом у нас есть таблица с разными ценами. В зависимости от места назначения есть разные цены. Alors, перед тем, как заниматься, посмотрите на таблицу, на ниже указанную таблицу, где будем использовать такой глагол. Костаре. Правильный глагол первого воспроизведения. Стоит. Обычно спрягается в третьем лице единственного множественного числа. Сколько стоит этот товар, сколько стоят эти товары. А стоит ли это делать? Это тот же глагол? Нет. Ага. Костаре. Речь идет о деньгах. Это как кучинары, только готовки в еды. То есть... Здесь речь идет о ценах, о деньгах. Стоит ли это делать, это другой глагол, пока не покажу. Чтобы не усложнять дело. Повторяю. Обычно сплягается в третьем лице единственное множественное число. Но не обязательно. Потому что могу сказать, что я стою дорого. Что моя, не знаю, мы все продаемся. Не надо думать. В рыночном рынке.
Леночка, в рабочем рынке мы все в продаже. И поэтому можно говорить, косту кару. Кост, кванто кости? Но чаще всего используется в третамице. Как раз, смотрите, предложение в таблице. Кванто коста и билетто ди андате и риторно пер Наполи? Сколько стоит билет туда-обратно до Неаполи? Билет один? Поэтому смотрите, такой глагол в третьем лице единственного числа. Коста 33 евро. Ниже, кванто костано две билеты, уже множественное число. Сколько стоят два билета? То есть, кванто коста две нельзя спросить? Нет, подлежащее это два билета. Мы справляем глагол в зависимости от подлежащего. Сейчас я задам вам подобные вопросы, и вы будете отвечать на основе таблицы, выше указанной, где есть цены на полеты. Леночка, quanto costa un biglietto per Barcellona? Costa 100. Sì. 45 euro. Bene. Vieni Isabella al medico, da? Sbaglio, sta andando una giacca, Простите, когда я не буду спрашивать здесь, сколько стоит один билет, А, сейчас вы мне скажете два. Именно. Это умножение, это не деление. Деление это уже сложнее, умножать не так сложно. Паша, есть у бухгалтеров у нас? Нет? Юля сегодня отсутствует. Cavarne suba. Bene, Marina, quanto costano due biglietti per Atene? Costano 300. Sì. 360. 60. 63. Due. Ciao! Euro. Bene. Giuliana, quanto costano tre biglietti per Marsiglia? Ma ragazzi, è Marseille? È Marseille? Sì, Marsiglia. Ma Francoforte. Frankfurt? Ah, è da Frankfurt. Значит, costano... А я вам всегда должна, да, сказать? Костано... 600? Да. Сейсенто? Но, не так произносится. Сей? Сейченто. Сейченто? Сейченто... Дичьотто. Чего? Евро. Euro по-русски, по-итальянски? Euro. Euro, bene. Леночка, настаиваем. Сейчас, секунду, чувак, что такое Стоккарда? Штутгарт. А Нюрнберга? Нюрнберг. Нюрнберг. Все остальное я понимаю, что это. Давайте, будем умножаться. Allora, quanto costano due biglietti per Зуриго. Ну, что такое дует? Сейчас он скажет, для него и для меня. Ты хотел quattro? Quattro... Quattrocento... Ой, глагол где? А, costano... Sì. Quattrocento... Sessanta... Sessanta... Sessanta sei. Ciò? Euro. Bene. Marina, quanto costa un biglietto per Amburgo? Costa 250
58 ciò? Euro. Beh. Giuliana, quanto costano 3 biglietti per Oslo? Costano? Sì. 30 biglietti. No, no. Costano? Costano? Costano. Costano 3 biglietti stoite 930 euro. Bene. Хорошо. Три билета стоят. Не используются, потому что я не хочу знать это. Я хочу знать цену. Это мы уже, я уже говорил я. Это, почему ты повторяешь то, что я говорил? Лишняя информация. Лишняя информация. Хорошо. Хорошо. Пагина 83. Come si dice, как говорится, modi di chiedere di raccontare, способи, чтобы, просить, рассказать, e raccontare, и рассказать. Здесь диалог между сыном и матерью. Мат, бигуди, окей. Okay. Леночка, начнем. Мадре, мат, что? Мадре, говорит? Ну я как мадре, да начну. И начни. Паоло. Си. Масай ке оре соно? Соно ле кватро? Ке коза е сучессо? Бе, перевади. Паоло. Ну ты знаешь? Мне еще не проходили такого. Но ты знаешь, сколько времени? Си. Сейчас? Сейчас 4. Что случилось? Это 4 ночи, Ночи, да. Что случилось? Что случилось? Имеется в виду, почему ты так поздно... Диматина, так рано. Так. Она переживала. Он не дал ей спать, короче. Ага. Ста транквилла. Марина. Ста транквилла. Си. Non è successo niente di grave. Bene, sta tranquilla, da словно это будь спокойный, то есть успокойся. Не поздно. No, не поздно. Ничего не случилось. Ничего серьезного di grave, ничего серьезного не случилось. Grave – это серьезный? В этом контексте, да. А вообще? Тяжелый. Una malattia grave, tapiagiola e abbalista. Vabbè, non è successo niente di grave. Beh, ci time dash, Giuliana. E allora perché torni e qui a... Послушай, почему? Allora, значит, тогда. Тогда почему... Sì. Ты? Ты... Торни. Торни. Спряжение глагола какое? Какой глагол? Возвращаться, почему ты вернулся поздно, дословно это возвращается, но вернулся в это время. А questora в это время. Бе,
Если ничего серьезного не случилось, почему ты так поздно, имеется в виду, вернулся? Бе, и Паула отвечает, Леночка. Бе, adesso ti spiego. Sì. Ieri sera sono uscito, ti ricordi? Verso le 9 sono andato in centro, poi davanti al Duomo, come al solito, ho incontrato gli amici. Sì. Сейчас... Ну! Ну, сейчас тебе объясню. Sì. Вчера вечером я пошел, вечер. Вышел, ты помнишь? Sì. К? К 9. Sì. Имеется в виду вещи из дома, имеется в виду, да? Пошел в центр, потом... Перед собором? Потом перед собором, как обычно, sì. Встретил друзей. Bene, bene. Sì, sì. E allora? Прости, пожалуйста. Спего... Спегаре объяснять. Спегаре объяснять. По-русски не будет, тебе объясню. Тебе объясняю, объясню через год по-итальянски. Я объясняю сейчас. Не надо использовать будущее время по-итальянски здесь. Бе. Allora. Sì, sì, e allora? E allora? Бе, здесь allora не приводится как тогда, значит, и что? Да-да, и что? Продолжай, Марина. Я? Не справились так легко. Я уже так обрадовался. Практически перевел я. Abbiamo fatto quattro chiacchiere. Chiacchiere e dopo un po' siamo andati a cenetteria. Sì. Abbiamo cenato. Sì. Poi siamo andati in discoteca. Sì. Abbiamo ballato. Abbiamo incontrato un sacco di gente. Sì? Che allora, adesso un assist ad infraseologismo sglagolan fare. Pomite sto gemi se tale fare un giro, catazza, liba pragulivazza, fare quattro chiacchiere, da slovna diela cetiri e baltugni. Da baltat. Обратите внимание, что фразеологизмы именно с либо с этими, именно с этими числительными. Либо с двумя, либо с четырьмя. Фаре дуэ кьякере, это болтат. И да только. А это побольше. И да четыре, это побольше. Бе. То есть мы болтали. И потом немножко. Но. Dopo un po' età чупоже, и чупоже. И чупоже мы пошли ужинать в пиццерию. Бе. Ченату. Мы поужинали. Потом пошли на дискотеку. Си. Потанцевали. Си. И вернулись. Да. Ой. Встретили. Встретили. Кучу. Кучу людей. Людей. Молодец. Молодых я не знаю, но это не дом представляю, поэтому. Не знаю, куда не поспать. Старых не найдешь, Сакко, помните? Мешок, по-итальянски, кучу. Бе. Дальше читаем, Джулиана. И пой, verso le due. Sì. Siamo usciti. Sì. E siamo saliti in macchina. Macchina sì. Per tornare a casa, ma il problema è che c'è. No. È che siamo saliti in otto. Bene. Prevodi. A patom. Потом к двум. Мы? Сейчас вышли. Сейчас попросим. Потом мы вышли с яму салити. Мы вышли? Салити мы еще не проходили. Сейчас покажу. Да.
Посмотрите. Это спряжение неправильного глагола «салире», который правильный глагол с точки зрения ближайшего прошедшего времени, но неправильный глагол с точки зрения настоящего времени. «Салире» дословно, сейчас посмотрим, как переводится в этом контексте, на дословно «салире» переводится как «подниматься». В настоящем времени это «салго», «сали», «сале», «салиамо», «салите», «салгоно». В ближайшем прошедшем времени он является правильным, поэтому вам не покажу, как спрягается. Только обратите внимание. «Подниматься» это глагол движения, потому что есть определенное направление наверх. Поэтому вспомогательный глагол будет «essere». «Salire». «Salire», «подниматься». Bene, «annaca» в этом контексте не переводится «sal campanimazza». Когда речь идет о средства транспорта, мы используем такой глагол, чтобы указывать на вход. Это «войти», «входить». Почему? Логика есть. Всегда есть хотя бы одна ступенька. То есть подниматься на ступеньку все равно. Если, поэтому я по-итальянски не вхожу в поезд, в машину, в автобус, а поднимаюсь. В этом плане «salire» допускает два предлога в виде управления. «Salire in» – как раз здесь siamo saliti in macchina. Это самый простой вариант. «Salire in macchina». Либо «su», но тогда «su» плюс артикул. И получается с машиной, принимается «salire» sulla macchina. Чтобы сказать наоборот «выходить», используем, естественно, антоним. А какой антоним? Как спускаться? Scendere. Scendere. Здесь только один вариант. Da plus artikul, поэтому dalla macchina. Выходить из машины. Он правильный? Правильный. Нет, правильный. Правильный с точки зрения спряжения в настоящем времени. Но причастие неправильное у глагола «scendere» – «sceso». Четыре буквы? «Sceso», «пять». А. И у него тоже «essere»? Конечно, направление есть вниз. Поэтому, siamo usciti, mi visli, e siamo saliti in macchina. И сели в машину. Зачем? Чтобы вернуться. Май проблема е ке? Но в проблема... том, что siamo saliti in otto. Si, si,
Miseli Vasmerom. In 8. V. Восем. В Масмером. Имама удивляется. Леночка. Отто рогацин уна макина. Переводи. Восемь ребят в одной машине. Си. Марина. Си, отто. Ла полиция. Полиция. Полиция ci ha fermato, ha controllato i documenti di tutti e alla fine ci ha fatto una bella multa. Beh. Da восьмеру полиция остановила. Проверила документ, все документы. No, no, не все документы. Документы у всех. А, у всех. Sì. И в конце концов. Мульта значит штраф. Большой штраф? Sì, bello non значит tocca красиво. Bello значит що занятий значительный. Здесь это дорогой штраф. Короче, и нас оштрафовали. Дорого оштрафовало. Обратите внимание на таблицу, на ниже указанные таблицы. Chiedere di raccontare. Попросить. Рассказывать. Che cosa è successo? Что случилось? Che cosa hai fatto? Что ты делал? Что ты делала? Raccontare. Рассказывать. Prima. Prima можно перевести как сначала. Можно перевести как раньше. Allora, тогда. Poi, потом. Prima это раньше. Либо сначала. Allora, тогда. Poi, потом. Dopo un po', чуть позже. E così, и так. Alla fine, наконец. В конце концов. Bene. Сейчас вам нужны эта страница и следующие две. На странице 84 у нас есть рисунки. Автори Каварни автори учебника перемешали рисунки, они не находятся в хронологическом порядке. И на странице 85 есть на темном фоне глаголи, которые надо использовать. Глаголи такие: uscire, chiacchierare. Вот сам глагол болтать. Mi stracciali fraseologismo, fare due liba quattro chiacchiere. Noi estime una glagol, chiacchierare, baltat. Cenare, uginat, fare, vi snaite, incontrare, snaite, ballare, salire e fermare. Fermare tastanavit. Isposo i attacchi, Astanavit. Fermata e tastanavit. Astanovka, kakras. Salire panni mazza, che l'avevo capito in una pista andando a schi. Isposo e attacchi glagoli, cacca e avascia sadaccia. Vibirat, pacadiasce, paocredi, pacadiasce risunot e rascasivat, sto snucilas nim, abratini le mani. Sto rascasival a tom sto snucilas saboi. Sposo a Pierre Lizzo. A me per rascasi, ma non sono succeduto a Snim, sposo a Pierre Lizzo. Per nessuno che per caso Vietnam uprasnienie e da nessuno a vot Giuliana Pavel de Vischel is doma de Chassov. Paola è la девушка. Paola.
Paolo. Paolo! Paolo. Paola e Tamaya due rodne sister. Bene. Paolo. Vishel is doma. Ogni volta Paola uscire. Ma uscire da infinitivi, i negri rasgavano infinitivo, quindi sposo di infinitivi, eh? On vishel, spregem la gol. Spomagati la rocca con i buddhi. I priciasti. Вышел, так получается, прошлое. Помогательный роль, причастие. Правильный причастие, как у нас это освобождение. Так, золотая таблица, страничка тебе сохранилась? Да, конечно, сейчас. Начала именно с этого. Какое причастие правильных глаголов третьего спряжения? Начало, наверное, находится в начале. Так как это ушито. Паоло е ушито из дома. Ушито. Нет, из. Нет, не так. Из. Как из города? Да, это предлог места происхождения. Но тюрьма и дом являются исключениями. Требует другой предлог. Дика. И ушито ди каза в 9 часов. Ди каза... Notte. В 9 часов. Alle 9. Все. Следующий походящий рисунок. Какой, Леночка? Да поболтали. В смысле? Поболтали. После рисунка Какой рисунок походит? Як ераре, какой рисунок походит? Какой, какая буква? Ну, С, наверное. Но. Перед тем, как ужинать, они кое-что другое делают. F. F, B. Он пошел в центр и встретил друзей. Они поболтали. Паоло. È andato sì. In centro. Sì, stretti il drusiei. Ha incontrato. Cavò. I. No. Gli amici. Ani pabaltali. Baltate da cagavarite, eh? È. Ani, mio. Sam, Adin, Ani. Anno. Anno. Sposo il glagol, ni il fraseologismo. Chiacchierato. Точка. Beh, è andato in centro, ha incontrato gli amici, hanno chiacchierato. Beh. Какой следующий рисунок походит... Они пошли в пиццерию. Sì. Они пошли в пиццерию и поужинали. Siamo... Мими. Они. Они. Ну, siamo. Siamo это ми. Sono andati in пиццерия. И они поужинали. Поужинали, а сейчас скажу, Анно... Sì. Hanno cenato. Sono andati in pizzeria e hanno cenato. Bene. Giuliana, какой следующий рисунок? Молодежь, после ужина, что делать? Танцевать пошли. Они пошли на дискотеку и потанцевали. Sono andati.
Te? Paolo è da Muscina. E mo ci visto sia stanibili i gencini, non Muscina. Eh? Mi sliscio. Sono andati. Sono andati? Udà. La discoteca. Predlog nuže. Na, получается, не кажется. Не смотри туда. Не туда смотришь. Надо смотреть на страницу 54. 54. Для дискотеки, библиотеки, офиса, банка, бассейн. Спортзал. Один предлог. Кто подскажет? Ин. Ин дискотека. Си. И потанцевали. Бар. Но, помогайте на голос сначала. Бар. Танцевать? Танцевать музыку, песню можно, это переходный глагол, да? Танц, танцевать танц. Авере. О, как танцевать, сам глагол. Баваре. Помогать вам будет авере, поэтому... Anno sì. Balato. Точка. Bene. Леночка. Дальше. Что дальше? Всю жизнь провели на дискотеке? Нет, поехали. Поехали. Они вышли с дискотеки. Вышли. К трем, к двум. К двум они вышли с дискотеки. Sono acca. Sono andati. Vishli. Sono? Shas. Ma no, è in discoteca, tieni me senza trasporta, Как ви крадит? Виход! Как пойдет? Ушита. А глагол? Ушире. Bene. Sono. Ушите? Си. А... Из дискотеки? Даль... Женский род? Дала. Си. Дискотека. Э... Чё они там дальше? Всё. Всё? К двум. Версо... Ле дуе. Бе, версо ле дуе сон ушите да дискотека. А как тюрьмат? Приджоне. А, призон. А, призон, да. Bene, Marina, dasce. Какой è il risunок? Потом они сели в машину. Да. Возьмем. Вот они, машины. 8 человек. Bene. Значит, sono saliti. Sì. Sono saliti in macchina. Sì. Восьмером. Восьмером. Восьми. В? In otto. In otto. Bene. Следующий присунок. Какой, Джулиана? Ну, когда их это остановили... Нет. Это не остановит. Он уже пишет штраф. А вот остановил би. Бене. Полиция остановила машину. Полиция? La polizia. Polizia. La polizia. Остановила машину. Ну вот, как раз здесь был. Мы это местоимение еще не знаем. Остановила. Фермато, афермато. Машину. Macchina. Articolo successivo in italiano. La macchina. Bene, la polizia ha fermato la macchina. Bene. Polizia, ha strafavala. La polizia.
la polizia ha fatto una multa. Beh, isso, una multa, va bene, isso. Хорошо, девушки, запишите домашку по тетради. Какое у вас было последнее упражнение? По-моему, М. М, да. Поэтому на странице 57 сделайте упражнение Н, где надо спрягать данные глаголы в скобках в ближайшем прошедшем времени. Потом на странице 58 сделайте упражнение О. Но. Мы спрягаем. Глаголы в ближайшем прошедшем времени. Почему не сделаем? Не сделаем, потому что требуется объяснение, которое сейчас его не сделаем. Поэтому пропустим О и П, сделаем на будущее, а сделайте на странице все еще 58 упражнение Q, где будем использовать настоящее время. Обратите внимание. Vieni al bar dopo la lezione? Paidios bar после занятий? Sì, ci vengo. Da, tu da, paidu. Здесь упражнение состоит именно в том, что не надо забывать использование частицы ci. Либо как туда, либо как там. Везде будете использовать глаголи, которые требуют либо туда, то есть указание на место направления, либо там указание на место нахождения. Поэтому везде при ответе вам надо использовать частицу «чи». Еще на странице 59 сделайте упражнение «Р». Все еще с этой частицей, но уже в ближайшем прошедшем времени. Надо отвечать на вопросы. «Con chi sei andato a Roma?» «С кем ты ездил в Рим?» Ci sono andato con un gruppo di amici. Я туда ездил с группой друзей. Потом на странице 63 сделайте упражнение 4, где надо заполнить диалог. У вас есть ответы, на основе ответов надо задать соответствующие вопросы. Это значит, комплектация диалога. Диалог, заполните диалог. Достаточно? Не слишком много? Учитывая, что мы встретимся... 14. А мы нет. Но с тобой чуть позже. Чуть, когда встретимся? Так, когда ты вернешься? А, 16-го я же хотела успеть. Да. Ладно. Когда вернешься? Грать. Девушки, с наступающим.